Здравствуйте. Я мама Глеба. Ему сейчас 2 года 2 месяца. И мы проходим лечение в клинике Беер Давид. 18 апреля 2017 года Давид провел нам первый сеанс. И хочу рассказать о наших радостных событиях, которые произошли сразу же после этого сеанса. Ребенок на глазах стал меняться. Это заметила не только я, но и окружающие. Во-первых, он сразу проявил интерес к игрушкам. До этого он вообще ими не играл практически. Он как бы на все смотрел другими глазами. Он бегал, прям вот смотрел на все, как будто до этого он этих вещей не замечал. Он начал разглядывать фотографию, где мы с ним вдвоем, и рукой трогал эту фотографию. До этого он вообще не проявлял никакого интереса к фотографиям. Потом я его попросила выбросить косточку в мусорное ведро. И он, увидев ее, так обрадовался, схватил у меня эту косточку, побежал, выбросил. Для меня это вообще было как будто, вот знаете, за гранью реальности, если честно. До этого мы такого не наблюдали за ним. И в этот же день мы были в гостях. Обычно он на чужих людей реагировал очень сильно, то есть он плакал, не слазил с рук, а сегодня он спокойно сидел рядом с посторонним человеком, даже как-то с ним общался по-своему. В общем, мы так рады. Результаты видны были сразу же после первого сеанса. Спасибо Давиду. Мы вообще, у меня нет слов, просто мы очень рады. Действительно, результат налицо. Спасибо большое. До новых встреч.